Несмотря на то, что на дворе середина осени и клумбы пожухли, в некоторых домовладениях еще есть на что посмотреть. Сидя на лавочке, гостей встречают добродушные фигурки. Под кустами прячутся различные зверюшки. Аккуратно подстрижены газоны, в других домовладениях еще действуют фонтаны. Комиссия побывала на Рахманинова, Базарной, Песчаной и других улицах. Кстати, для многих хозяек визит стал неожиданным. Как выяснилось, зачастую сами жители подать заявки стесняются. Так Валентину Иванову внезапный приезд съемочной группы застал врасплох. После выяснилось, что заявку на участие в конкурсе «Дома номер 50» подала председатель уличного комитета. По осени на участке многое изменилось, однако остались фотографии ярких летних красок. Такую красоту во дворе возможно поддерживать только всем семейством. Даже на небольшом участке приходится много трудиться. Такую красоту у меня в основном занимается моя дочь Татьяна Евгеньевна. Ну, а папа занимается строительством, а я огородом. Пруд папин с дочей, они давно мечтали. Для чего? Для того, что у нас не было воды, а чтобы поливать, вся причина была в том, что нужно было какой-то бассейн. Ну, а мы решили сначала завести пруд. Потом рыбки там у нас сейчас 10-15 карасиков плавают. Сначала на этом месте разбили огород, добавляет хозяйка. С недавних пор бушует цветник. Валентина Николаевна с удовольствием делится опытом с соседями и даже помогает в благоустройстве территории близлежащим организациям. И себе красиво, и приходят люди, фотографируются даже. Удивилась приезду гостей и другая хозяйка с улицы Базарная. Однако тут же начала свою экскурсию. Ну, мы тут недавно, всего 6 лет, и это самое, вот еще не достроено, еще строимся, видите, стройматериал у нас лежит, и все, сама все делаем, вот так управляемся. Где-то увидишь что-то, где-то это самое, фонтан, это прям первым делом, перешли сюда, сразу фонтан. Почему? Да, у меня муж все делает, он у меня вообще специалист по всем этим делам, все сам, все своими руками делаем. Каждый росток, будь то деревце или мох, подбирается с особой любовью. Слабость хозяйки – цветы – начинают распускаться, как только стает снег. Я предпочитаю всякие. Вот весенние сорта предпочитаю, это луковичные. Вот прям весна всходит, начинают тюльпаны, нарциссы. Вот. И потом розы. А весной люблю вот эти, это осенью хризантемы. Алла Васильевна не пропускает рыночные дни, когда можно присмотреть нужный сорт растения. Обмениваются рассадой с соседями. В дополнение к интерьеру – любимец семьи, кот по кличке Сосо. Задача для конкурсной комиссии предстоит не из легких. Интересных задумок в городе немало. Приз достанется лучшему. Награждение победителей будет приурочено ко дню города. Светлана Дровских, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. Наш город.